эпизода. Так, я всех приветствую на канале А Кто Там? Мы продолжаем прохождение X-Files. Так, поехали, короче, обратно на таракана. Звук работает, все классно, все началось. Так, идем. Так, сейчас к ней подходим. Где она там, блин? Ай. Звоним Джону Амису. Поднимет ли он трубку? Думаю, как это. Джон, это Крейг. Мне нужно, чтобы ты обработал отпечатки пальцев. Мое любимое занятие. Где? Накопительный док Кэмдена, судно Таракан. Отпечатки уже сверху обработанного порошком стола. Я люблю приключения. Отметь для меня место, я все сделаю. Детектив. Только что звонила Коронер Труид. Они закончили вскрытие мистера Вонга и нашли что-то, на что вам стоит взглянуть. Похоже, придется ехать к коронеру. Жду не дождусь. Наконец-то. Что делать теперь? Теперь нам надо куда-то ехать. Коронер офис вот сюда. Медицинская экспертиза округа Кинг Сиэтл. 3 апреля все еще. Это агент Уилмор из ФБР. Он беседовал с Лонгом вчера. Надеюсь, вы узнали у него все, что хотели. Что у вас? Это, несомненно, одно из самых необычных вскрытий, которые когда-либо делала. Этот человек умер от огнестрельной раны в затылочной части головы, оружием большого калибра, выстрелом в упор. Он также был наркоман. По-моему, он был под воздействием наркотиков в момент убийства. Это объясняет отсутствие борьбы. Но если его убили не наркотики, этот человек все равно бы умер в течение нескольких недель. О, Господи, почему? Он был буквально пронизан массивными опухолями. Я никогда раньше такого не видела. Что могло быть причиной этого? Не представляю. Я еще никогда не видел, чтобы рак вот так вот заживо съел человека. О боже, я ненавижу приходить сюда. Знаешь, я тоже. Так. Как долго он принимал наркотики? Трудно сказать. Анализ крови и ткани может что-то дать. Но тогда определить это будет очень трудно. Наличие больших опухолей указывает на то, что он страдал сильными болями. Наркотики могли служить средством их уменьшения. Что могло стать причиной такого рака? Не представляю. Это не совсем моя область. Я не могу даже предположить, что могло вызвать такую болезнь. Довольно сильные канцерогенные воздействия, наверное. Радиоактивный материал, определенные классы мутагенных веществ. Это единственное, что я могу вспомнить. Что с вами? Что вы делаете? Как долго он принимал наркотики? Я ничего об этом не знаю. Вы видели что-нибудь похожее в последнее время? Нет. Да, с ней вообще бесполезно разговаривать. Что это был за рак? Вот что еще странно, видите? Эти три разных раковых опухоли. И меня не удивит, если у него окажется что-то еще. Как будто эндокринные и иммунные системы внезапно ослабели. У этого есть название? Странно. Ужас какой. Нет, я имею в виду, какое заболевание может вызвать такое. Нет ничего, о чем бы я слышала. Как вы узнали, что он торчал? Главным образом это догадка, мелкие детали, расслабление черепных сосудов, расширенные зрачки и все такое. Я сталкивался с этим и раньше, а анализ крови должен это подтвердить. Образец ткани? Да. Возьмите на анализ.
Хорошо, это возможно. Вы видели что-нибудь похожее в последнее время? Нет, слава богу. Как давно он был болен? Раковое образование непредсказуемо. Рост до таких размеров, несомненно, занял бы какое-то время, но он наверняка испытывал боль. Это объясняет употребление наркотиков. Даже с наркотиками такое состояние просто невозможно игнорировать. И количество наркотиков, которые нужно употребить, чтобы облегчить такую боль, превратило бы его просто в зомби. Странно. Пару месяцев назад был пожар на море. Таракан, конечно, я помню. Вы уже второй агент ФБР, который спрашивает меня на этой неделе. Ну вот были агенты, тоже спрашивали. Что вы имеете в виду? На самом деле, если точно, вы третий агент ФБР. На днях здесь были двое мужчин и женщины. Они просили провести эксгумацию тел таракана. Она настаивала на проведении второго вскрытия. Да, это они. Это те агенты ФБР, о которых я вам говорила. Кто? Как их звали? Извините, я не могу вспомнить. У меня проходит много имен. Их звали случайно не Малдер и Скалли? Да. Диана Скалли и Вольф Малдер, правильно. Вольф. Что она нашла? Не знаю. Тела все еще здесь, если хотите на них взглянуть. Каковы результаты начального вскрытия? Они умерли от сильных ожогов. Мы хотим взглянуть на них. Хорошо. Надеюсь, у вас не слишком слабые желудки? Боже, я только поел недавно. Приходите сюда. Просто предупреждаю, видок у них неактивный. Они все-таки два месяца пролежали в земле. Вы в порядке? Да, спасибо, все в порядке. Мы можем поскорее с этим закончить? Конечно. Я не знаю, что за черт. Курильщик снова. Походу. Стебил все. Я думаю, кто-то похитил тела таракана. Вы двое оставайтесь здесь, а я попробую выяснить, что к чему. Я дам вам знать, если что-нибудь прояснится. Ну а теперь-то в чем дело? Я хочу узнать ваше мнение. О боже. Что такое? По-моему, я знаю, что происходит. Господи, надеюсь, что я ошибаюсь. Что? Они контрабандисты, это точно. Вон к работу на тех же людей, что экипаж таракана. Отсюда штормовка и отсутствие рыболовных стастей. Значит, они работали на одних и тех же людей. Разговаривали с Вонгом, и они убили его, потому что решили, что он сказал лишнее. Два ваших пропавших агента эксгумировали тела членов экипажа таракана, и в итоге пропали они и трупы. Мы случайно наткнулись на цепь контрабандистов, провозящих в Штаты либо радиоактивные материалы, либо химическое оружие с территории бывшего Советского Союза. Это объясняет пожар на таракане, раку Вонга, почему он был убит, и что случилось с вашими пропавшими агентами. Они подошли слишком близко. Кто-то заметает их следы, и этот кто-то не боится убить агента ФБР. Вы и я должны работать вместе. Мы должны остановить их. Если я права, тысячи людей могут погибнуть. Я требую от вас полного взаимного сотрудничества. Ладно. Вы только что получили нового напарника. И глаза у них там тоже. Вы только что получили нового напарника. Я могу застрелить этого напарника. Что с вами? Эй, все в порядке. Что-то. Мне это не нужно. А если выстрелит? Как с ней поговорить-то? Она все поняла, да? Тут ничего не видно вообще. Ни хрена не вижу. Фея. Давайте сфоткаем этот ужас. Какую опухоль. О. Комп. Компуктер. Скинеру все скидываю. Так, я думаю, наверное, отсюда можно валить. Хорошему. Отсюда тут просто пешочком можно дойти уже.
Два шага. Соседнее здание нам, небось. Так, ты. Так мы отрабатываем зарплату? Знаешь такую фразу «перерыв на обед»? У тебя сегодня хорошее настроение. Что тебе нужно? Ух ты! Что это? Бомба? Я не знаю. Не думаю. Я хочу, чтобы ты сказал мне, что это такое. Ваше желание закон для меня. Еще один кусочек свинца. Люблю пули. Откуда он? Простые, надежные, молчаливые. А мне отдали? Немножко похоже на тебя, Уилмор. В умелых руках они многое рассказывают. Ты хочешь, чтобы я сравнил ее с предыдущей? Сообразителен, как всегда. Ладно, сделаем. Это с Вонга, наверное, пуля. Так, а что еще? Вот это вот. Ты выяснил, что это за отпечатки? Я же только что их получил, глупышка. Мне надо их обработать. А еще говорят, что сахар не влияет на детей. Есть новости от Глории? Не, она до сих пор у своей матери. Когда ты мне отдашь тот доллар? А ты знаешь, что я вырос в Кливленде? Нет, в Кливленде, правда? Да. Сейчас я тебя и посажу, гад. Ты знаешь, как холодно в Кливленде? Холодно? За бакс. Очень холодно. Сейчас в Кливленде очень холодно. Но недостаточно холодно. Работаешь над чем-то приятным? Да, вообще, похищение предметов искусства очень круто, просто блеск. Комиксы, настольная книга сыщика. Да. Так, что тут еще есть? Так, таракан, лаборатория. Офис. Ну тут ничего интересного. Офис. Вернемся в офис. В офисе у нас исходит. Ну-ка. Никого. Ничего. Этого тоже нет. Ну, думаю, тогда мы поедем домой, в апартамент. И сохранимся. Я думаю, сохраниться стоит. Сегодня мы много сделали работы, провели всякой. Файл дома. Так, звук, главное, не пропал, это уже хорошо. Шилов. Блин. Шилов. Есть новая почта. Акулики Джон Эмис. Так, ниже приведенные отпечатки пальцев с корабля Таракан были сняты. Ты был прав. Они были оставлены поверх уже зачищенных отпечатков с оригинального места преступления. В базе данных, к которой у меня есть доступ, они не числятся. Предлагаю тебе попробовать своих. Другая улика вскоре будет обработана. Я свяжусь с тобой по завершению. С уважением. Так. Давайте проверять. Вот он, гад. Музыка сразу. Короче, Кук, понятно, все с тобой, говнюк. Так. Ну-ка, фотки. Так, кровь. Вот это крутая фотка. Биби. Кто там приперся? О-о-о! Откуда он узнал, что я спалило? Что ты делаешь? Нет, приятель, это что ты делаешь? Тут сразу 60 FPS. Ты меня будешь держать в курсе своих дел. А ты держал меня в курсе? Нет, я абсолютно ничего не знаю. Ты знаешь... Заткнись! Господи! Да ты ведешь себя, как будто ты центр вселенной.
Почему бы тебе не спросить у меня, прежде чем кричать? Сожалею, если у тебя был тяжелый день, дорогой. Но либо ты разговариваешь со мной цивилизованно, либо вылетаешь из моего дома. Приятель, я не знаю, что, черт возьми, со мной происходит. Ничего не получается. Я следил за теми двумя парнями в свидании. Я не знаю, кто они и на кого работают, но очевидно на правительство. Я думаю, Малдер и Скалли столкнулись с коррупцией, которая идет непосредственно с бюро. Я понимаю, о чем ты, но это еще не означает коррупцию. А что же это означает? Все прекрасно сходится. Могущественная организация контрабандистов платит чиновникам, чтобы они смотрели в другую сторону. Малдер и Скалли столкнулись с этим и проиграли. Хорошо, так просвети меня. Я не имею ничего. Я не знаю, что я делаю неправильно, но у меня до сих пор нет ни единой зацепки. Это плохо. А что говорит Скиннер? Я не знаю, я не разговаривал с ним. Держи меня в курсе, я постараюсь помочь. Я был немного занят. Конечно, но я могу помочь. Если ты где-то застрял, любая мелочь может быть полезной. Чем больше я буду знать, тем больше смогу сделать. Почему на таракане нашли отпечатки твоих пальцев? Что? Таракан — это океанский буксир, сгоревший... Да, я знаю, что это. О чем ты говоришь? Я просто пытаюсь понять, как твои отпечатки могли оказаться на судне, с которым связаны... Падла, еще там. ...о которых ты, вероятно, не должен был знать. Послушай, 2 месяца назад мне поручили расследование пожара. Я ничего не нашел, это заняло у меня всего пару часов, и все. А почему я никогда не слышал об этом? Ну, я не знаю, может, ты был слишком занят. Слушай, я никогда об этом не говорил, потому что дело закрылось. Я отправил рапорт Шанксу, и все. Ладно, может, я и оставил там свои отпечатки, но это все, что я сделал не так. Подожди минутку. Может, поэтому за мной следят? Я написал в рапорте, что судно проводило контрабанду. Но если они видели мой рапорт, тогда в этом замешан кто-то из бюро. Нет, слушай, все становится ясно. Могущественная организация контрабандистов платит чиновникам, может даже агентам ФБР, чтобы они не только смотрели в другую сторону, но и обеспечивали поддержку, включая слежку за агентами, которые слишком много знают. Господи, да здесь сам черт ногу сломит. Ладно, слушай. Мы не можем рисковать. Держи меня в курсе, не обсуждай это ни с кем, кроме меня, пока мы не поймем, что происходит. А теперь мне лучше уйти, пока мою машину не заметили. Ладно, я буду продолжать наблюдение. За складом? Да. Береги свою задницу. Ясу. Падла. Где тут музыку можно врубить? А вот тут. Полей назад. Так, наверное. А что, поспать типа нельзя? Когда спать? Так, ладно, давайте тогда, если нам нельзя поспать, тогда, наверное, куда-то надо съездить. Я бы только сохранился перед этим. Только сайт. О, блин. Так. Ну-ка. Что-то тут неладное. Эй! Чёрт! Господи. Блин, зря я, короче, это сделал это. Музончик. Ладно, послушали музончик. Так, надо быстрее залезть там в эту хрень. Я не то сделал, короче, тут.
быстрее. Да бери. Блин, газету, я не знаю, что это. It's going home. Так. Там, знаете, что? RR. Ну-ка, так. Это 1-1-2-1-8-2-4-3-4. 8-2-4-3-4. Я не знаю, что это, но... Ну, это нам пригодится. Вали. Отсюда. Кстати, вон, смотрите. А, быстрее. Номер, блин. Сколько ли номер? Смотрите, что это за грузовик? Так. По сути, все, наверное. Ничего нет. Так, ладно, все, теперь можно, наверное. Эта игра зависла. Походу. Так. Так, снова пришлось в какое-то место перепроходить. Так, продолжаем. Можно отсюда сваливать. Кто там? Агент Уилмор. Так, вот телефонные номера перевозок Majestic. Надеюсь, вы там кого-нибудь застанете. Я также включил международные коды стран, дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится. Так, кто нам? Intel 14 куда? 21 42 5 06 91 11 190, 11, 55, 11, 25. Так, это салон. Кинору. И этому чуваку. Все, гиб-гиб, ура. Так, и сваливаем отсюда теперь. Теперь точно домой. Думаю, пора спать ложиться. Думаю, мы все выполнили, что можно. Сегодня что-то вообще такой денек был жесткий. Напряжный. Музычку. Клава. Блин. Все, реально спим. Наконец-то. Четвертый или какой там уже будет. Ой, снова кто-то приперся. Блин, снова этот говнюк, что ли. Убьет еще. Любишь новости? С добрым утром. Что с тобой? Я работал этой ночью. А что с тобой? А я нет. Который час? Почти полдень. Есть пострадавший с ожогом. Его травмы похожи на ожоги команды Таракана. Все заснято на пленку. Сейчас я только перемотаю кассету. А техника впечатляет. Не нравится мужчина, который на короткой ноге с электроникой. Короткой ноге с электроникой. И чего? Где ты достала видеокассету? Камера наблюдения на заправке. Это, конечно, не шедевр, но увидеть можно кое. Что? Что кое-что? Увидишь. Кто жертва? Джон Ло. Он работал водителем грузовика. Джон Ло? Перевозчик Гордона Чарма. Когда это произошло? Вчера. Сегодня утром, 6:17. Не, сегодня утром. Откуда ты узнала о травмах экипажа? Прочла результаты первоначального вскрытия. Они у меня с собой, если хочешь взглянуть. Так а что, как посмотреть? Третий прикол. Возможно, это машина Малдора. Марки совпадают. Я вообще не вижу, что там написано. Он похож на Малдора. Ты его видел? Нет, только фото. На фото.
Этот похож на матрицу. На другой машине. Та же компания, перевозки Гордона. Чарльз, Вашингтон. Ну, так что ты думаешь? Что это было? Я понятия не имею, но травмы идентичны травмы экипажа таракана, а все электронное оборудование заправки вышло из строя. Так что ты думаешь, что это? Как будто свет исходил из тела того человека. Ну да. Но что это было такое? Кажется, тебе пришел факс. Тело уже у Труи. Я собираюсь отправиться туда и послушать, что она скажет. Этот русский документ перевели. Взгляни, это платежные ведомости. И знаешь, чья фамилия есть там? Вонга. Ему заплатили почти 30 тысяч долларов. За последние два месяца. Я уверен, что убийство связано с контрабандистами. Может, его убили из-за того, что ты говорил с ним? Возможно, его убили из-за тебя? Я передала это дело в специальное управление. Блин, теперь мне, скажем так, не, ну мне понятно, конечно, вот Джеймс Вонг, денежки его, охранник. Что этому человеку из Чарна нужно было от Малдера? Что за лысый охранник? Я не знаю, но что бы это ни было, оно не выглядело дружелюбно. Кто это был? Его еще опознали, он сильно обгорел. А что насчет перевозок Гордона? Может, кто-то там может его опознать? На телефон никто не отвечает. Похоже, там никого нет. Я посылала туда шерифа из Дувал Каунтри, но он никого не нашел. Мы должны сосредоточиться на Малдере и Скале. Где они? Все это колдовство с мигающими огнями и обгоревшими трупами — это не то, чем мы должны заниматься. Я не согласна. Если мы поймем, что происходит, мы сможем найти твоих пропавших агентов. Как таракан со всем этим связан? Очевидно, они были замешаны в контрабанде. Либо они убили себя неосторожным обращением с плутонием, либо их убил кто-то еще. Но какая связь с грузовыми перевозками Гордона? Ты имеешь в виду, почему грузовик перевозок Гордона оказался на заправке у склада? Да. Они замешаны в контрабанде. Где грузовик? Он полностью пуст, там ничего не удалось обнаружить. Это Гордон. Что с тобой еще сделать? Посветить? Можно еще раз посмотреть фильмец. Почему он в очках? Ничего не приходило. Давайте посмотрим телефон. Нет, тут, наверное, просто 2-1-0-4-2-5-0-6-9-1. Ни хрена ничего не найдешь тут. Так, что я с ней побазарил? Надо туда валить куда-нибудь. А, я не могу. Что, мне заправить кровать надо или что? Не понял я. Блин, что мне делать-то? Может, ее надо позвать сюда, в спальню? Что этому человеку из Чарна нужно было от Малдера, если это был Малдер? Я не знаю, но что бы это ни было, оно не выглядело дружелюбно. Кто это был? Его еще не опознали, он сильно обгорел. А что насчет перевозок Гордона? Может, кто-то там может его опознать? На телефон никто не отвечает. Похоже, там никого нет. Я посылала туда шерифа из Дувал Каунтри, но он никого не нашел. Что делать-то? Может, надо что-то тут узнать? Мне ничего не приходило тут.
перевозки только. Может позвонить сюда надо? Вот. Так, я еще хотел кое-что узнать. Вот. Телефон, вот номер транспортного средства, может, я не знаю. Это вот, что это такое? Номер. Не, ну вряд ли это. Нет, что-то тут другое. Вот. Криминальная лаборатория. Вот, наверное, что-то надо было. Не? Что, нифига? Факс. Вот, да, тут факс. Но это все объясняет. Они занимаются контрабандной плутонией. Боже, мы должны остановить это. Может погибнуть много людей. Ладно, ковбой, пошли. Мы зря теряем время. Куда мы идем? К коронеру. Получить результаты вскрытия. Дата доставки была изменена. Я могу сначала принять душ? Я не знаю, сможешь? Может, поможешь? Тогда, наверное, тебе стоит позвонить твоему напарнику. Я слышал, Кук отлично трёт спинку. Да ему-то зачем? Куда нам? О-о-о! Ни хрена себе до Гордона этого ехать. Ёлки зелёные, блин! Пока мы куда уехали? Нельзя сказать, что они помешаны на безопасности. Да, обстановка вроде обязывает. Этот же грузовик был у склада. Похоже, мы приехали в нужное место. Так, сохранимся на втором. Надеюсь, звук не пропадет. Так, ну что, погнали? Думаю, как-то может так надо сделать. В любом там заперто. Что за звуки? Нет, тут открыто. Так. Так, надо фонарик, наверное, достать. Тут так прикольно сделано. Лопата. Так, кусачки. Зачем-то. Я тут нашел. Это кто такой? Может, застрелить его надо? Волки зеленые. Ты в порядке? Все окей. Я нашел то, что мы искали. Что? Взгляни. Это грузовые декларации. Здесь указано число поставок со склада на железнодорожный узел 1121. Фанта Кантри, Вашингтон. Да, эта поездка не была бесполезной. Отлично, давай выбираться отсюда. Да. Закрыли. С кусачками откроем, наверное. Не заперты. Надеюсь, ничего такого. О, боже, здесь бомба! Нам нужно немедленно выбираться отсюда. Это окно связано с бомбой. Зачем кусачки, я не понял вообще. Нужны. Я пропустил, наверное. Зачем-то нужны были кусачки. Может, можно было бомбу обезвредить? Без понятия, честно говоря. Ужас какой-то, блядь. Быстро, кстати, как-то.
такие моменты сожалею, что бросил курить. Ты в порядке? О, да. Такие происшествия сближаются, ты не находишь? Я думаю, что ты хочешь, чтобы я вел машину. Это было бы очень мило. Меня еще ни разу не пытались взорвать. Да, а со мной это случается постоянно. Я думаю, тебе не стоит это делать. То есть мне этого хотелось. Не пойми меня неправильно. Но, наверное, нам стоит подождать, пока мы не раскроем это дело. А уж потом... Как же жена? Ну да кто владеет этой стоянкой? Да, русские бандиты? Я знаю, почему ворота были открыты. Ты имеешь в виду, что это не было гостеприимством? Ну да, ворота были открыты, чтобы кто-то мог зайти и взорваться. Да, но этот кто-то, мы или тот парень? Была ли это бомба-ловушка или следствие заметания следов? Каких следов? Информация о том, что в журнале. Адрес железнодорожного узла, например. Но теперь это будет на самом деле непросто найти. Я думаю, что бомба была ловушкой и предназначалась для убийства. Но мне тоже кажется, что ловушка просто. Журнал можно было бы спалить просто. Он невероятно сильный. Да, мне тоже так показалось. Ты думаешь, его наняли? У него было что-то странное с глазами. Ты видела это? Нет, случая заглянуть ему в глаза мне не представилось. Да, на пришельца. Мне показалось, с ним было что-то не так. Как будто что-то им управляло. Ты готов ехать? Я да. Ты за рулем, помнишь? Хорошо. А что, спать уже ложиться? Так что день какой-то короткий, скажем так. Думаю, наверное, пора спать ложиться. Поздно уже. Шустрый день пролетел. Музычку. Да, блин. Нет. Что делать-то? Блин. Не в туалет жить. Давайте в комп залезем тогда, может что-то надо сделать. Чё? Нифига. Блин, что делать-то? Гордон уже нельзя. Таракан. Уж сюда. Медицинская экспертиза округа Кинг, Сиэтл, 4 апреля. Боже, как я ненавижу приезжать сюда. Вам повезло, что я сегодня работаю допоздна. Я могу сказать только, что этот человек не был сожжен заживо. В прямом смысле этого слова. По всем признакам он умер от радиации. Почему вы думаете, что это радиация? Ну, я не слишком в этом разбираюсь, но он сгорел с головы до ног. В буквальном смысле. Такого никогда не случается от пламени. А во-вторых, я срезала с него одежду, она практически не повреждена. Посмотрите этот отпечаток логотипа с его рубашки. Это тепловое излучение. Похожие случаи наблюдались в Хиросиме. Рисунки кимоно сжигались на кожу людей. Силуэты теней навсегда отпечатались на стенах. Есть ли какое сходство с жертвами таракана? Последствия практически идентичны. В случае с тараканом мы до этого просто не додумались. Я хочу сказать, что это все очень странно, знаете? Есть ли идея трупов пропавших с тараканом? Нет, но кто бы ни украл их, он сделал это хорошо. Они проникли сюда и вынесли тела, не оставив ни малейшего следа. Радиоактивные материалы могли стать причиной таких ожогов? Опять же, я так не думаю. Я не слишком много об этом знаю. Неправильное обращение с радиоактивными материалами, возможно, это послужило опухолью Вонга, но такой ожог, как это, скорее похож на эффект от взрыва.
Что еще расскажете, миледи? О май. Что делать теперь? Медицинская лаборатория, 4 апреля. Но тут никого нет. Так, если я в офис приеду ночью, 4 апреля. Прикольно сделали так. Нет. Это никого нет. То вообще уже старикана давно нет тут. Давайте сядем за рабочее место снова. Ничего не приходило. Нет. Так, тогда домой едем спать. Иду в Дуксайт. Сайт пусто. Таракан. Прикольно, так просто затемнили картинки и все. Ай, все, у меня игра зависла, блин. Так, продолжаем. Так, здесь не о чем разговаривать нам. Так, идем в апартаменты. Береговая охрана обнаружила тела сгоревшего буксира телеграфной службы Аутлука. Блин. Сиэтл Дейли Монсон. Столицу России беспокоит дестабилизация. Джеймс Вонг. Подтверждение Гонковского кинофестиваля. Случаи появления НЛО учащаются. Так, наверное, спать уже можно. Ложиться. Да, наконец-то. Там будут сохраняться почаще, то вот постоянно такая хрень. Блин. Пятое апреля уже. Так, давайте сохранимся на третьем. Так, и отправимся в офис Сиэтла. Офис ФБР. Федеральное бюро расследований. Что, мне ничего не приходит? Что делать-то? О! Эй, приятель, хорошие новости. Что происходит? Я скажу тебе, что происходит. Я решил сделать для тебя. О чем ты говоришь? Евгений Смольников, глава грузинских контрабандистов. И у меня есть свидетель, который видел его в порту в ночь убийства Вонга. Я установил наблюдение за его гнездышком, и сегодня утром у нас накопилось достаточно доказательств для проведения рейда. СВАТ присоединится к нам. Не нужно благодарить меня.
Как насчет Астадориан? Мы должны позвонить и рассказать ей обо всем. Уже оставил ей сообщение. Господи, да я Марта Стюарт по предотвращению преступлений. Если она появится до нашего ухода, то сможет принять участие. Это мое расследование. Нет. Это наше расследование. Мое расследование, да. Я просто пытаюсь поймать плохих парней. Ты же помнишь, что мы должны здесь делать? Ловить плохих парней. Я не позволю тебе сделать это. Да ладно, приятель, это на тебя не похоже. Что тебе не нравится? Я просто пытаюсь сделать свою работу, а ты начинаешь жадничать. Этот парень переводит плутоний на северо-западное побережье Тихого океана. И я думаю, что он виноват в пропаже твоих агентов ФБР. Поэтому собирайся, пошли. Почему ты не сказал мне об этом раньше? Я собирался рассказать тебе, но улики появились только сегодня утром. К тому же вчера вечером ты был не в форме, насколько я помню. Кто твой свидетель? Какой свидетель? Который опознал Смольникова. Ах, да. Фред Коллер, 56 лет, бомж. Спал под рыболовной сетью в 50 ярдов от места убийства. Слышал и видел все. Я бы хотел допросить его. Конечно, после рейда он весь твой. А сейчас пошли. У тебя есть ордер? Я похож на Марка Фумана? Да, у меня есть ордер от федерального судьи. Ну, блин. Я случайно нажал. Ну, поехали, хрен ли, что остается делать-то. Мольников. Блин, я не сохранился ни хрена. Сейчас сохранюсь, может. Ну, это прикольно смотрится так. Так, давайте-ка. Оп, оп. Надеюсь, не пропадет звук. Где прикрытие? Я позвоню в полицию Сиэтла, ребята из СВАТ уже на подходе. Тогда давай подождем. Сказал, что мы сами справимся. Информаторы сообщили, что Смольников зашел в здание один. Ты сказал? После тебя. Прикрой меня, хорошо. На, урод. Да черт, блин, что за хрень? Почему у меня пистолет пропадает куда-то? Ой, блин. Надо прикрыть сначала. А прикрой меня, хорошо. Блин, это издевательство какое-то. О. О, и все тут легко. Вот, в жопу еще. Так. Ведомости снова. Блин, а? А черт, да блин, случайно нажимаю. Что тут есть? Это коробки, блин. Где этот? Чил. Так. Тут еще есть. О. Говнюк.
Видно, когда это появляется, ну вот, типа фильма такое. Качество. Значит, кто-то сейчас придет. Куда идти-то, блин? Что за запутанное место? Блин, да куда идти-то? Что за тупое место? Реально вообще жесть. Чё? Куда идти? Что-то я не понимаю. Что делает-то, блядь? Эти уроды. Наверное, наверх надо как-то. Как выше подняться, что-то я не понимаю. Ой, эти лабиринты вообще непонятная какая-то хрень. Бесит еще. Выстрелить. Ёлки зеленые. Я не могу даже уйти никуда. Что делать-то? Ну, идем наверх. Оп. Вообще ни хрена не понимаю. Мне надо какой-то топор найти и сломать там же. Это что за бред? Зачем этот верх тогда нужен? Я что-то не понимаю. Устал. Мне сейчас мозг взорвется. Чё? Куда идти-то? Чувака завалил и всё. Может, сюда куда-то надо идти? Вот что-то. Ну, наверх. Идем наверх. Вот. Дальше что? Идем сюда. Чё? Сюда. Что делать-то тут ещё не... Смольникову фотку куда-нибудь повесить. Не двигаться! А, генеральный агент!
Не двигайтесь! Я подал и не могу считать. Он понятно все теперь. Иди сюда, я нашел его. Иду. Где ты был? Осматривал первый этаж. Ладно, мистер Смольников, что происходит? Что вы здесь делаете? Я ничего не сделал. Вы не имеете права так сюда врываться. Это не Россия. Shut up. Замолчите, вы арестованы. Я допрошу его. Бейте уже, говорит, это не Россия. Я обнаружил пистолет внизу в левом углу. Блин, нет, теперь это место еще. Ух ты, шальной Смольников, блин. Шельмец. Как отсюда выбраться, блин, а? О, неужто? Надеюсь, там никто меня не поджидает. Никто не джедая. Не джебедая меня там. Это внизу какой-то пистолет. Где? Вот это что ли пистолет или что? Я что-то понять не могу. Как его посмотреть-то? Пистолетик. О, пришел. Тут тоже эта хрень. Снова теперь искать этот выход, проход к этому чуваку. Ладно, я уже знаю. Вниз. Зачем вы убили Вонга? Потому что он говорил с нами. Что вы пытаетесь скрыть? Я не убивал Вонга. Я знал его. Возможно, он выполнял некоторую работу для меня, но я не убивал его. Где плутоник и тробадный, которого вы занимались? Что? Я много чем занимался, но этим никогда. Вы сошли с ума. Черт возьми. Черт возьми, говорит. Я ничего об этом не знаю. Мне это не нужно. Я ничего об этом не знаю. Да что ты врешь-то? Зачем вы убили экипаж таракана? Я не убивал никого. Это мои люди. Зачем мне было их убивать? Там был пожар. Правильно, пожар вы устроили потом, чтобы скрыть то, что вы сделали. Я, может быть, контрабандист, таких много людей, но я не убивал никого. Платежные ведомости с таракана доказывают, что Вонг работал на вас. Похожий документ найден внизу. Так это ничего не доказывает. Никогда. Что вы держали в том складе? Что вы имеете в виду? Вы в моем складе. Ты был прав. Это 38-й. Да, и я уверен, что это из него убили Вонга и стреляли в скале. Тебе надо произвести баллистическую экспертизу. Это не мой пистолет. Да. Где плутоник и тробадный, которого вы занимались? Что? Я много чем занимался, но этим никогда. Вы сошли с ума. Ну все тогда. Таракан. Эй, спящая красавица! Уилмор! Как дела? Хорошо, как ты? Выглядишь неважно. Неважно себя чувствую. Что с тобой? Я не знаю, грипп или что-то еще. Что произошло? Знаете, что у него? Я ничего об этом не знаю. Ты хочешь, чтобы я проверил его? Ну да. Замечательно.
Моя головная боль сразу же пройдет. Извини, ты на самом деле плохо себя чувствуешь? Нет? Пошли. Плохо себя чувствует, потому что у него... Оу. Точно! Все три совпадают. Замечательно. Спасибо, приятель. Надеюсь, тебе станет лучше. Так. Все из-за кое-чего, скажем так. Где агент ФБР? О чем вы говорите? Мы нашли кровь женщины в вашем складе. В каком складе? Вы в моем складе. В нее стреляли из вашего пистолета, мы провели экспертизу. Я не убивал никаких агентов ФБР. Ладно, давай отвезем его в центр и сдадим. Пошли. Мы его еще допросим, когда совсем разберемся. Пусть местная полиция охраняет склад. Вперед! Это Эмис. Судно, на которое ты меня послал, оказалось радиоактивным. Что? Это судно. Таракан. На нем опасный уровень радиации. А ты послал меня туда. Вот почему я заболел. Это не грипп, это лучевая болезнь. О, Джон, я сожалею. Не знаю, что сказать. Просто будь осторожней, пока ты кого-нибудь еще не убил. Так а почему у меня нет лучевой болезни? Я же тоже там сидел. Ходил. Так, ладно, давайте, куда теперь идти? Есть новая почта. Че тут? Присыл меня отослать вам эти отпечатки пальцев, не принадлежит Джо Дое, которую она с вами обсуждала. Ну это я потом посмотрю. Кину рост, правлю и это. Теперь куда? Сюда нельзя. Сюда смысла нет. Таракан. Офис. Давайте сюда посмотрим, что есть. Медицинская экспертиза округа Кинг. А, тут ничего нет. Ну, значит, нам остается... А, уже снова темно. Так, офис, наверное. Почему здесь светло, там темно? Бред. Не состыковочки. По-моему, мне нужна ваша помощь. Окей, дай мне взглянуть на твои записи. Так я тебе отправлял, старый хрыщ. По-моему, они в полном порядке, сынок. И чё? Ну, я типа всё правильно делаю, да? Да блин, вот это я неправильно всегда делаю, случайно. Я думал, пора это... серию заканчивать. Сейчас мы сюда зайдем. У нас там пришли отпечатки пальцев, надо посмотреть. Ну, небось. Ограниченная информация. Блин, жалко. Давайте мы на этом закончим. Всем пока, удачи и актода. Не болейте. Встретимся в следующей серии. Сейчас хоп сделает.